вы знаете, что ваш доход в этом напрямую зависит от числа представителей вашей группы. Именно поэтому вам так важно постоянно набирать новых представителей. Существует много различных способов набора, и со всеми этими способами вас обязательно познакомят в вашем новом уроке. Сейчас вы можете создавать свою группу с двух самых эффективных и надежных способов набора. Вы используете круг своих знакомых и рекомендаций. Я хочу дать вам несколько советов. Первый совет. Обсудите всех своих знакомых и предложите им сотрудничество с ними. Даже если на первый взгляд вам кажется, что кого-то из них не заинтересует возможность стать представителем. Как гласит японская мудрость, не решайте за человека, спросите любого. Второй совет. Помните, что отказ не всегда означает окончательное нет. У человека могут измениться жизненные обстоятельства, интересы, предпочтения. Поэтому, если кто-то отказался стать вашим представителем сразу, обязательно перезвоните ему попозже. Еще раз. Совет номер три. Каждый встреченный вам человек – это не просто потенциальный представитель, это еще и возможность рекомендации. Поэтому пользуйтесь правилом 4В. Всегда, везде, все задавайте вопрос. Кто из ваших знакомых может договорить на доход? Или заинтересует возможность покупать качественную косметику со скидкой? Это правило позволит вам эффективно получать рекомендации. Ну и, наконец, еще один совет. С первого же дня своей работы ведите запись о том, какое количество представителей каждый компакт принес вам тот или иной способ набора и сколько вы при этом потратили времени и денег. В дальнейшем это позволит вам анализировать эффективность вашего способа набора, эффективно управлять своим временем и анализировать свои